Так зачем же я хочу провести месяц без доты? Нет, не подумайте, у меня нет никакой зависимости. Я давно уже прошел этот этап. У меня 3000 часов в доте, да, даже больше, наверное. И 3000, ёб твою мать, это так много. И если раньше, когда я только начинал играть, когда у меня было примерно первые 1000 часов, и я тогда еще учился в школе, и я, собственно, жил ей, да, грубо говоря. И сейчас я воспринимаю доту как способ просто провести время. Досуг. Именно досуг. Но вот недавно, в последнее время, я начал замечать, частенько такое было, что вместо того, чтобы заниматься какими-то делами, я играл. И все-таки я решил, что да, мне это будет полезно опять прервать на какое-то время игру в доту. И тем более сейчас это сделать намного легче, потому что я не так не рвусь там, дота, день без доты, такого у меня сейчас нету. Раньше, может, и было, сейчас такого нет. Ну и просто интересно вам, наверное, посмотреть, какие чувства будут у человека, который 3000 часов наиграл в доте. Вот это мой аккаунт. Последняя игра у меня была на тролле. Когда она была? Вчера. Да, вот даты и время 27. А сегодня, вот, чтобы вы понимали. Вот. Так, сейчас снизу. Вот, обновляем, точное время и дата, обновляем. Ага, суббота, 28 апреля, 21:05. Все, дотка, вот. Вот это последняя игра, тоже. Это последняя игра на тролле. Все делаю без склеек, там, без всяких каких-нибудь. Вот мой аккаунт, да. Как бы, это я просто открыл днем, я хотел днем записать, потом уснул. И, короче, вот, 1024 часа у меня всего, да, на этом аккаунте. То есть, ну, сейчас выйду, 1025, наверное, будет. Ну, короче, неважно. И еще у меня есть аккаунт, один, первый. На нем около 2000 часов, короче, вот тоже Danger, да. А последний раз был в сети, когда 102 дня назад, я не помню. Я не помню от него никаких ничего данных, вообще ничего не помню, поэтому, ну, это просто как бы 3000 часов. Вот. Ну что ж, первый день, 28 число, суббота, игра началась. Да, сейчас 29 число, и сегодня мне легко. Сегодня мне легко, потому что вчера, как раз таки вечером, когда я начал записывать видео, я пошел сразу же на смену, на работу, я в ночь работаю, и сегодня я тоже в ночь работаю, поэтому, собственно, у меня даже нет времени особо поиграть. Четко? Конечно, четко. Да, поезд. Именно сейчас самое время поехать. Молодец, молодец. Так, ребят, сейчас первое число, суббота. Вторник. Как можно перепутать субботу и вторник? Учеба у меня уже закончилась. В дотку бы хотелось, конечно, катануть пару раз, если честно. Но нельзя, нельзя. Поэтому я, собственно, купил много пиц, сожрал ее и сейчас буду... Ой, хорошо-то как, великолепно просто. Посмотрел фильм. Завтра я уезжаю домой и буду в пути примерно 2 дня, полутора суток мне ехать. Ну и в дороге, естественно, в поезде, там нигде особо ты не поиграешь в дотку. Вот. Не знаю, успею ли завтра я записать что-либо, потому что завтра надо будет собираться, стричься. Меня эта копна волос уже порядком заебала, если честно. Это просто какой-то невероятный ужас. Честно хочу сказать, вот прошло всего там 2-3 дня, а уже хочется поиграть, реально хочется поиграть, потому что вот когда дел особо нету, ладно, хорошо, что у меня хоть работа была, да, пару дней там, а когда дел особо нету, естественно, я обычно в это время катаю в доту, а сейчас нельзя, и, блядь, ну, тяжеловато, приходится там... Приходится читать. Вот, но фильмы какие-то смотреть, что-то монтировать там по виду. Короче, всякой хуйней заниматься, только не играть.
Так, ребят, сейчас уже суббота, 5 мая, ну, номинально еще пятница, но ночь субботы, время 3 часа, здесь время Новосибирска, я сейчас в своем родном городе, поэтому, о, сколько времени, время 3 часа, и я не могу уснуть, не знаю, с чем это связано ли это с тем, что я в поезде спал весь день, или же с тем, что я перед тем, как уезжать, я трое суток подряд работал, и режим, собственно, сбился. Раньше, когда мне не спалось, там дома в Новосибе, я катану пару каток в доту, и просто сон, как у трупака. А сейчас нельзя играть в доту, я просто лежу, я уже 3 часа просто лежу. Не знаю, сколько еще пролежу. Все-таки без дотки тяжело. Тяжело. Еще и в поезде не играл. Ужас. Лежу сейчас, думаю над своим каналом. Как-то грустненько стало. Раньше по 100 подписчиков в день стабильно прибавлялось. Сейчас по 10, по 15. Но такое себе. И просмотры что-то упали. Не знаю, как будто просто резко вот так. Видос с Войтенко, он быстро набирал, очень до 90 тысяч просмотров. Потом просто резко встал. Сейчас там 93 тысячи, что ли. То есть, не знаю, с чем это связано, как это работает. Я считаю, самое время покушать, да. Это после, видите, время как раз самое то. Эх, тяжела жизнь видеоблогера. Здесь, ну, не могу уснуть, жрать хочу вообще. Что-то прям самое мое нелюбимое это... Когда голод ночью просыпается, и когда бессонница, но на ночь глядя, ну, это просто ужас. Раньше дотка спасала, выручала. Так, ребят, сейчас прошло 10 дней. Пожалуйста, точную дату и время. Оп, 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 сейчас обновим. Итак, прошло 10 дней без доты. И вы знаете, не сказать, что было прям супер тяжело, какая-то ломка была там. Нет, такого не было. Но действительно, когда делать было особо нечего, когда особенно учеба закончилась, прям хотелось, реально хотелось покатать, но приходилось сдерживаться. Что ж, впереди еще 20 дней. И одно могу сказать точно. Надо себя чем-то занимать, пока есть какие-то дела, в принципе, пофиг. Как только их не становится, как только становится скучно, все, ужас, тьма, просто. Ах да, насчет видео, где я должен буду держаться месяц без мяса, оно также будет разбито на несколько частей, не знаю, на 2 или на 3. Ну, чтобы видосы выходили побыстрее, и чтобы их было больше, и чтобы они не были длинными, там, на 30 минут, на 20 минут, ну, нафиг вам такое смотреть. Он скоро будет, я не забыл про это. Так что, как бы, ну, ждите, елки-палки. Скоро выйдет эта вторая часть, и еще я кое-что задумал. Так что, все будет четко. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go.